Всем привет, дорогие друзья! Вот пришла весенняя распродажа на Nightcore, и много есть интересных позиций, с которыми мне бы и хотелось вас ознакомить. Помните, я говорил, что была идея снимать видео раз в месяц, типа, что там по Nightcore или что-то похожее. В общем, подвернулся как раз тот самый случай, как говорится. Ну, давайте вкратце пройдемся. Очень интересно, вот, к примеру, NU-шка 10 сейчас стоит 1118 гривен, это налобный фонарик, 160 люмен, хорошее время работы, белый, красный свет, три режима белого света и один режим красного. На самом деле цена вкусная, единственный недостаток, что у него microUSB зарядка, но это классный фонарик, пусть он не обладает какой-то супер там невероятной мощностью, но 160 люмен хватает в повседневной жизни просто за глаза, друзья. Если для каких-то бытовых задач, его более чем хватит, поэтому спешите, я не знаю, сколько эти скидки продлятся. Повышаем градус, идем на ступеньку выше. И следующий, вот Nightcore-чики, которые NU-шки 21. Здесь у нас уже идет 8 режимов, уже 360 люмен, уже Type-C зарядная, есть разные цветовые решения, и белые, и черные, и цена 1440 гривен, сейчас минус 20%. Видите, это все правда, действительно скидочка, поэтому тоже можно рассмотреть этот вариант, учитывая, что это уже новый фонарик и есть вариация с ультралегким креплением, как и NU-шка 25, которая уже 400 люмен, более мощная, да, и тоже 30% скидка, и цена сейчас 1540 гривен, это тоже хорошее предложение. В целом по налобничкам практически все идет минус 20, минус 25%, но я говорю про недорогие модели, хорошие по КПД и хорошие по цене на сегодняшний момент. NU-шка 35 с двумя видами питания, здесь можно использовать 3А, 3 штучки батарейки и встроенный аккумулятор также присутствует емкостью 590 мАч, красный свет уже двухступенчатый, более тусклый и более яркий, что очень удобно. Вот человек его покупал для собирания выползка. Важно этому человеку, чтобы красный был в нескольких позиций, поэтому вот этот фонарик подошел. Помимо красного есть центральный белый луч и еще рассеянный ближний свет. В общем, максимально функциональный, максимально заряженный фонарик, встроенный аккумулятор, 3 мини-пальчиковых батарейки, и цена сейчас тоже минус 20%, 1560 гривен, друзья. Спускаемся ниже, что здесь интересного? Ну, конечно же, HC60 версия 2, который был у меня на сравнениях, который был у меня на обзоре. Сейчас минус 25%, это уже полноценный налобный фонарь, 1200 люмен, съемный аккумулятор 18650, который идет в комплекте, полноценная водозащита, алюминиевый корпус, Type-C зарядная. Если до этого, которые налобнички я показывал, это были такие лайт-версии, да, погулять собачкой, если выключили свет, пробежки, там, покопаться в моторе автомобиля, то это уже фонарик, который будет решать не 95% ваших повседневных задач, а 100%. Можно, конечно, было на сайте открывать картинки, но я решил, что просто вживую, когда ты видишь товар, это более наглядно и более понятно. Вот есть, кстати, и странности. Допустим, Nightcore MH12 версия 2 стоит дороже, чем совсем новая, недавно вышедшая прошка MH12 Pro, где уже аккумулятор 21700 на 5400 мА, где 3300 люмен, 505 метров, цена на него 3600, то есть на него 20%, он стоит дешевле, чем предыдущее поколение, такое как MH12 версия 2 и MH12 SE. Вон он, тоже получается. А не, SE-шка чуть-чуть дешевле, 3400, а прошка 3600. Ну, там разница в 200 гривен, поэтому, если хотите именно полноценный флагманский фонарь, то выбирайте MH12 Pro. На данный момент цена 3600, это прям хорошее предложение. Старый добрый HC30, 2200, но это будет актуально, если у вас уже есть аккумулятор, есть зарядная. Да, фонарь отличный, универсальный, но он продается пустой, поэтому тюбики, наши любимые тюбики, брелочки, наключнички, сам с таким хожу, очень нравится. Они стоили
660, а 560, вот даже приклеены там ценники, 560 стали 420, 25% минус, либо некоторые цвета идут минус 30%, такие как зеленый, желтый и голубой цвет, идет минус 30%, получается 392 гривны. Ну, прям шикарное предложение, я считаю. Может там подарить кому-то, ну, не всем нравится черный цвет, и это круто. SE-шка, 1540 гривен, это вообще хитовая тема, это наключник, 720 люмен, несколько режимов, Type-C зарядная, алюминиевый корпус, сейчас минус 30%, да, ребят, он стоил 2200, 1540, повторюсь, вы это все покупаете у официальных представителей с официальной гарантией в 5 лет. А вот это вообще пушка, бомба и ракета. Обратите внимание, LR40, мой любимый кемпинговый фонарь, который светит теплым светом, нейтральным и смешанным. Есть плавная регулировка яркости, это такая атмосферная лампа. Минус 25%, на него цена 1275 гривен. Это прям вот дайте два, лучше три, я не знаю. У меня просто он уже есть, но за такую цену он еще может как пауэрбанк работать, там в общем... подсвечивать на даче, в гараже, просто дома использовать. Когда-то вот недавно зашла пожилая женщина, говорит, мне домой нужен ночник. И она купила этот фонарь и потом приходила еще, благодарила, потому что, говорит, ну он очень крутой и у тестя такой есть. Прям 1275, очень классная цена. Жаль, конечно, что мой любимый NWL почему-то не по скидочке, ну... так вот получилось, видимо и так продается хорошо, поэтому скидка на него не распространяется. Ну вот здесь вот у нас все флагманы тоже идут по скидочкам, но, как я уже сказал, прям топ предложение это MH12 Pro-шка, все остальное, ну и есть MH25 Pro, на него сейчас тоже минус 20%, тоже хорошая в принципе цена, 4200 для такого дальнобойного фонаря, это хорошая цена. Фумигатор Терминатор с кулером, на который я делал обзор, тоже сейчас минус 15%. Вещь действительно рабочая. И, как мне кажется, он более эффективен, чем вот все остальные фумигаторы. Потому что там есть вентилятор, который вот это вот все дело, которое у вас испаряется, через специальные отверстия выдувает. И он, как мне кажется, у него КПД выше, чем у обычных фумигаторов. Тоже обратите внимание. Вот такие дела, друзья. Если вы что-то хотите без скидочного ценника купить на сайте nightcore.ua, вы можете воспользоваться промокодом еще разок. И там 10% скидка на весь неакционный товар. Но LR40 это по-любому надо брать. С вас лайк, подписочка. С вами был еще разок. Увидимся. Покеда.